Народу нравится. Чего? Народу нравится! Всем привет! Сегодня у нас понедельник, 12 марта. Последняя наша рыбалка была в Щербинках. 9 марта, в пятницу. А Щербинки это здесь. Сегодня понедельник. Вся страна вышла на работу после четырехдневных выходных. Кто-то рыбу ловит. Да. А мы решили, так сказать, провести еще один незабываемый yes! на русском водохранилище в Щербинках. Палатки сегодня решили даже не ставить. Греемся, так сказать, вот так вот. Вот. Ну, рыбка чуть-чуть поклевывает. Конечно, не так, как хотелось бы. Вообще, на рыбалку меня вчера сподвиг Андрей Соломар. Сподвиг тем, то, что, говорит, понедельник, надо брать реванш по плотве. Да? Да. Он сидит. Надо брать реванш по плотве. Ну, говорю, надо, значит, надо. Поинтересовались у друзей, которые здесь ловили также в пятницу, там, что они поймали на мелководье. Говорит, хорошо поклевывала плотвичка в перемешку с окунем. Вот. Ну и, собственно, это и сподвигло нас сегодня приехать на водоем. Такой ветер хороший очень, холодновато. Но палатку ставить не стали. Решили день провести, так сказать, на свежем воздухе. Вот. Поклевочки пока идут. Пока идут поклевочки у нас. Сидим мы на всем известном пятаке плотвином. Называть его не буду. Ну, кто ездит в Щербинки, тот знает. Значит, у меня глубина где-то примерно 2,3 метра. Вот, у Андрея там чуть-чуть поглубже, около, наверное, 2,5 метров. Значит, ловим, рыбка клюет на стоячку. Пучок мотылей. С утра пробовали на мормышку, прокормили ряд лунок. Грубо говоря, начиная от 2-3 и там, наверное, до 6 метров. Работают лунки от 2 до 3 метров, грубо говоря, на мелководье. Вот. Значит, Андрей ходил подальше на фарватер, на яму, попробовать подлещика на черта изловить. Одна штучка попалась, и ёж. Больше ничего. И оторвал своего любимого черта. Почему-то зацепился, ну, скорее всего, сеть, наверное, стоит. Вот, черт любимый оторвался. И дешевый, впрочем. Погоревал он немножко с утра, полчасика. Вот. Ну, сказал, ничего, куплю еще 5 штук. 4 будут про запас. Ну, пока как-то вот такая вот информация. У нас здесь появился сосед. Андрей, как сосед зовут? Александр? Александр. Ну, к нему сейчас приехали гости, там какие-то вот на базу. Сейчас он там разберется, как бы, и придет сюда еще с рыбаками. Ну, здесь места на пятаке много. Так что мы сели сюда первыми, он подошел, как бы спросил разрешение, нельзя ли там ребят рядом.
сказали, без базаров. Без базара. Садись, места много. То, что для нас совершенно не принципиально. Если человек попросил, спросил, ради бога, садись, лови. Никто ничего слова не скажет. Сегодня рыба у нас вот такая, пока. Так, а у нас камера-то снимает? Снимает. А то, может, я пустую тут говорю. Вот такая вот рыбеха. Ну, пока немного, но, может быть, еще что-то подловится. Пойдем сходим к Андрею. А что у тебя газета лежит? С мотылем, что ли? Или для махорки? Или там махорка завернута? Как махорка курить? Ну как у тебя дела? Рассказывай. Как ты ходил на глубину? О, такой приличный подлещичек. Так, тихо, тихо, тихо. Там полотвичка. Ну, Ершей, наверное, отпустил, да? Ерша отпустил. Ну что ж так об Ерше-то? О батюшке. Да эти твари везде. Наверное, на берегу можно пробуриться. И там будет клевать. Так, так что вот так. Сидим, подмерзаем. Ветерок хороший. Народ сегодня. Народ есть. Ну, весь народ сидит у щербинок на мелководье. Ну, я не знаю, по крайней мере, там вот я думаю, что там не глубоко. Народ сегодня очень много, понедельник. Ну, чуть попозже. Ощущение, вот никто не работает. Не, а зачем нам в России работать? Работает, у нас выборы скоро. Нет. Зачем нам работать? Учись, кто нет. Нам надо готовиться. Вот. К выборам. 18 марта выборы. Ты пойдешь, кстати, на выборы? Что я там забыл-то? Ну ты... Ты должен отдать свой голос. Ага. Это мне надо сначала здесь сказать прикрепительное там какое-то. Открепительное. Ты смотри там за удочками-то. Вот что-то клевало. На опарика, кстати. Да? Это ты бутерброд ставишь или как? А? Бутербродом нет? Или одного? Нет, просто парень. Понятно. Ну ладненько, пойду к себе посижу, чуть попозже еще включимся. Камера. Я думал, камень сохранить для рыбалки. Нет. Вино хватит, да не будет пробовал вино. Пробовали мы вино и пиво наливали, скажи, ни хрена она не хочет, да? Что? Не против, если вас сниму? Да, пожалуйста. Пожалуйста. Ну, на Русвишинге будет небольшое. На Фионе. Мы простые. Как раз были, а что я? Коряк. Вон, у коряк глядели. Я же рыться, у меня якорь так и заткнул. А что закрыть хрена можно? Берта, попозировай, тебя снимают. Позируй. Ли мы? Есть. А ты меня снимаешь, что ли? Не против? Не. Хоть я не фотогеничен, но бога ради. Это мы все не фотогеничны. Это не проблема. Дай бог здоровья вам.
Вот. Ну тут пошло маленько, ну локоть достал. Если говорить честно, мне то же самое. Мне вообще сейчас что-то обрубило. Обрубило, сначала была плотва. Потом плотва, плотвичка в перемешку с окунем. Потом вроде окунек. Сейчас вообще ничего. Поклевки есть, видимо, какая-то мелкая густера хватает за край мотыля и все, и бросает. Ну сейчас посмотрим, что-то. Ребята, он встретил, не ловил, пока дал луком отдохнуть. Глянем, что тут будет. Я уже доволен за сегодняшний день. Ну, конечно, господи. По крайней мере, все хорошо получилось. И это точно. Можно камеру повернуть? Вы себя на Русфишинге увидите. Не проблема. Русфишинг. Старый ленивый пень. Да ладно. Ну почему? Ладно. То, что есть. Тут уже никуда не деться. От этого. Главное, это здоровье. С такими людьми встречаться, и дай бог, почаще. Ладно, не буду мешать. А ты мне не мешаешь. Ну, ради, можешь садиться рядом. Не-не-не, у меня там самого клюет. Сейчас пойдет. Дай бог. Ой. Я говорю, пишня. Смотрю, стоит. Это он жерлица. Только с кулаком расшибал, теперь не хочет больше. Понятно. Сколько? Ну, я вижу, что это больше килограмма. Приготовлен для лунок. Да. Я понял. Просто я смотрю, вон у вас лунка 5 метров. А вон следующая лунка, вон где ящик стоит, там 11. А свал? А свал это? Идет. Да. Идет свал, видишь, какой крутой? Свал. Вот. А вон там он чуть подальше. Лунка по мере тоже 11, а потом идет 9,5 и 8. А, это я знаю, там было. Ну, у нас что-то на вот поглубже не проклюнулось вообще ничего с утра до обеда. Так что мы решили помельче. Колоты мы решили. Да. Колоты, смотри, да. Есть рыба. Рыба стоит в пол воды, ну не в пол воды, немножко ниже и все, и никак ее. Ну там я сидел и кормил, и что только не делал. И чертиком играл. На чертик одного вытянул и все. Ерша потом еще следом. Пойду. Плотвичку прикормлю. Ну да. Dirty bit.